Приветствую вас на канале Shopus. Меня зовут Кристина, и сегодня я расскажу, как заказывать товары из официального интернет-магазина Nike с доставкой в Россию, конечно же, с помощью сервиса Shopus. Несмотря на то, что магазины Nike закрылись в России, вы по-прежнему можете легально заказывать кроссовки или любые другие товары напрямую из США. Уже более 10 лет мы являемся надежным посредником по доставке товаров из США, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов. У нас есть свои склады в США и Германии, на которые поступают ваши заказы, а уже потом направляются в Россию. Подробнее о работе нашего сервиса вы можете узнать в нашем первом видео. Ссылочку на него оставим в описании. На официальном американском сайте Nike нет доставки в Россию и невозможно оплатить картой российского банка. Поэтому наши менеджеры напрямую работают с продавцом, выкупают ваш товар и оформляют все необходимые таможенные документы. Затем вместе с вами обсуждают удобный способ доставки и отправляют вам вместе с чеками и всеми документами от продавца. Наша комиссия рассчитывается автоматически после оформления заказа. Итак, как заказать товары Nike с доставкой в Россию? Для этого нам необходимо зайти на официальный сайт интернет-магазина. Обязательно проверьте, включен ли у вас VPN. Это нужно для корректной работы сайта. Далее мы находим тот товар, который нам нужен, и копируем на него ссылку. Затем возвращаемся на официальный сайт Shopus и переходим во вкладку «Заказ по ссылке». В поисковую строку мы вставляем ссылку на наш товар и нажимаем кнопочку «Купить». Далее все как в стандартном интернет-магазине. Заполняем все поля. В нашем случае страна магазина США. Ссылка на товар у нас вставляется автоматически. Нам необходимо указать артикул. Для этого возвращаемся на сайт и ищем артикул. Вот он. Мы его копируем и вставляем в нужную строчку. Далее нужно указать цену в валюте магазина. Здесь мы снова возвращаемся на сайт и копируем цену. Кстати, со скидкой. Далее нужно указать оригинальное название. Чтобы избежать неточности, все копируем и все вставляем. Количество 1, цвет. Здесь тоже нужно быть внимательным. Ну, к примеру, вот этот цвет мы хотим заказать. Указываем его. И размер. Какие у нас здесь есть размеры, давайте посмотрим. Большие. Отлично. Предположим, это будет 40-й размер. Если есть комментарии к заказу, мы их также указываем и добавляем товар в заказы. Следующий шаг – это оплата заказа. Заказ можно оплатить российской картой. В этом не будет никаких проблем. Помимо очевидного преимущества, возможности доставки в Россию как таковой, существует еще две причины, чтобы заказывать на американском сайте Nike. Первая из них – это большой выбор. Американский сайт Nike предполагает гораздо большее количество вещей, чем когда-либо были представлены в России. Вторая причина – это низкие цены. Если мы зайдем с вами на официальную страничку, да, предположим, и рассмотрим все товары, посмотрим на цены, то мы поймем, что разница с российскими, которые у нас были некоторое время назад, составляет от 10 до 40%. Вы также можете дополнительно сэкономить на доставке, если совершите заказы в разных магазинах, а уже на нашем складе мы соберем это в одну посылку и отправим удобным для вас способом. Если у вас есть какие-либо вопросы по доставке, вы всегда можете задать их нашим менеджерам, контакты которых мы оставим в описании. Таким образом, с помощью сервиса Shopus можно осуществлять заказы из любых зарубежных интернет-магазинов, в том числе и тех, которые закрылись на территории России. Делать покупки в IKEA, iHerb, Nike, Lego и H&M с доставкой удобным для вас способом. Переходите на сайт Shopus и приступайте к комфортному зарубежному шопингу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и наши соцсети, где мы регулярно публикуем сравнение цен, подборки уникальных товаров, а также новинки во всех категориях зарубежных товаров. Если онлайн-шопинг, то только вместе с Shopus. Меня зовут Кристина. Пока-пока!